В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. Держи. Отдохни. Но! Теперь помедленнее. Тебя всякое болтаю. Я вот не забуду, что ты делаешь.
теперь долго. Что-то тут нильфгардской падалью смердит. Нам должно быть с небес посланы. Нашелся достойный противник для сержанта. Победитель схватки станет чемпионом Велена. А вы чего тут ботаетесь? Кровавый бар у вас, знаешь? Это ведьмак всех побил. Может, он и тебе задаст жару. А твое бледное... Я готов. А! Глядите, кто у нас тут! А барон знает, как его люди тут развлекаются? Барон все знает. Он и сам денежку ставит иногда. Херово ставит. Все время проигрывает. Что-то мне не хочется драться. Я готов. А! Глядите, кто у нас тут! Начнем. Ну, давай, подходи. Барон, то барон, а я как захочу, как у зерку трахну, как трахну, и хер я ложу на зерку и закрытую. Ha!
Ну и схватка. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велена. Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там бойцов не счесть. Клёвые, и лопухи пучками. А торговаться будешь до скончания жизни. Чего? А вы чего тут трудитесь? Кровавый барон о вас знает? Прошу, умоляю! Не к добру это. Ох, не к добру! Пошла. Thank you.
И снова, сука, не.
Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Мне кое-что нужно для эликсиров. Покажи, что у тебя есть на продажу. Thank you.
Мне кое-что нужно для эликсиров. Покажи, что у тебя есть на продажу. Я нашел тело твоего отца и сжег. Это ты хорошо сделал. Он вернулся бы. Что случилось с твоим отцом? Ты действительно его убил? Это был злой человек. Когда-то вражей его боялся, а потом возмужал. То, что отец сделал матери, вражей не мог на это смотреть. Разбил ему башку секирой и утопил в болоте. Но люди знали. Думаю, дух больше не вернется. Спасибо тебе, ведьмак. Прими это в награду за помощь. А если тебе травки когда понадобятся или лекарства, ворожи все даст. Теперь помедленнее. Пошла.
убью. Река к ручью послать? А ну-ка, принимает чего? Дядька говорит, ты убил чудище, что ело людей. Погубайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Покажи товары. Будь здоров. С ней попляшет, а потом еще все годы глаза жмут. Ничего не остается, только молиться и просить, чтобы нас зло миновало. Не к добру это. Ох, не к добру. А если б мой старик с твоим... А вы чего тут крутитесь?
Кровавый барон о вас знает? Своей дорогой. Ты играешь в гвинт? Говорят, что Гадко глупый. А Гадко вовсе не глупый. Гадко не пашет, не сеет, рыбу не поймает. А вот в карты умеет. Гадко сыграет. Ну давай сыграем.
Гадко, проиграл. Бывает и так. Награда твоя, бери. Чего уставился? Ходит такой, от скуки бедных людей беспокоит. Дикая охота за тобой.